Всем привет! Всем. У нас маленький эксперимент. Возможно ли с интернета купить ein defektes Gerät? Поломатый какой-то инструмент и починить его. И будет ли он дешевле, чем новый стоит? Я нашел Makita. Винкельшлейфа, это болгарка в простонародье, которую я взял за 20 евро с Резандом. Что-то не включается. Поэтому посмотрим, сейчас распакуем, что нам прислали, и будем пытаться думать, что там сломано, и показывать запасные детали. Слава богу, Makita очень хорошая вещь, говорят. Мы не профессионалы, поэтому мы не очень вкусны. Папа, я там починю. Ты будешь чинить? Да. Давай вместе чинить. Да. Давай. Ну, я там починю. Хорошо, молодец. А сколько она новая стоит? Новая она стоит в Ангеботе сейчас 55 евро. Ну, плюс Казан. Смотри, уже хотя бы все. Ручка есть? Болгарка есть. Не побитая, не сломатая. То есть что-то мне не так. Наша цель будет ее полностью разобрать, довести до ума. И все. И посмотрим, сколько нам это обойдется. Эксперимент начинается. Все, первый осмотр. Вроде все на месте. И вроде все оригинальное. И даже, не знаю, разбиралась, не разбиралась. Но это мы еще увидим. Но самое прикольное, что все работает. Так что будем ее чистить. Будем ее разбирать, подключать. Разбираться, что сломано. Очень интересно. Это даже кнопка работает. Класс. Не очень старая болгарка, 21 года, сделана в Румынии на заводе европейском. Поэтому поехали. Хорошо. Да, мы сейчас раскрутим, уберем все, что не надо. Так, проверка, что происходит? Ничего не происходит. Немножко приятнее работать, если она чуть-чуть будет чище. Так, это что у нас, конденсатор? Угу. Делаем замеры хоть какие-то. Так, где мой инструмент? Так, конденсатор не пробит. Окей. Это у нас что? 13 Ом. Что это было? Наверное, обмотка, да? Ладно. Щетки. Щетки на 8 Ом, да, с собой. Нормально, я не знаю даже. Так, мне надо кнопку проверить, срабатывает ли кнопка или нет. Как это сделать, не знаю, как она устроена. Так, конденсатор можно, в принципе, отсоединить. Так, есть ли разница, как его подсоединять? Нифига нет разницы. Вот. C1, C2. Потом, а что это у нас такое? 1 и 2. Это 1. Два. Так, конечно. Стружки тут какой-то немерено.
Так, что-то тут механическое, конечно, произошло, причем сильное. Да? Ой, это грязь или... Это щетки, пипец. Она даже вскрывается как-то. Окей. Так, давайте прозвоним. Ну, это провод основной. У меня вообще ничего не приходит. Один есть. Второй есть. И между собой все отлично. Так. Что у нас тут-то? Есть вообще какие-то изменения? 14 мегаом, 3 мегаома, 20, 18, 5 мегаом, 20. Что-то происходит. А, нифига не происходит. Давай ее растеребеним. Вообще можем ее раскрутить и снять. Чувствую, нужно новую заказать будет. Ну, а тут она выглядит вообще нездорово. То ли она горела, то ли непонятно, короче. Но ради спортивного интереса мы, конечно же, ее разберем. Таким варварским методом. Блин, она даже не разбирается никак. Винтики есть. Но тут же должна где-то разбираться. Ага, есть контакт. Так, что мы тут имеем? Честно говоря, механическая часть в порядке, да? Это два контакта, которые с конденсатором, окей. И все, все нормально. Все даже выглядит хорошо. И что происходит? Что у нас вот тут-то внутри? Вот тут-то что-то и горело. Ага. Привет, пожар. Ну да, вот эта плата и сгорела нафиг. Понятно. В общем, заказываем новый переключатель. Ну да, тут ничего не будем репарировать. Он еще и залит компаундом специальным. У нас ни деталей, ничего. Заказываем новый. И собираем. Так, что мы сейчас можем сделать? Да, в принципе, ничего, да? Почистить ее. Не, почистим мы пока, когда соберем ее. Все. За детальками. Чтобы детальки заказать, нам нужно номер GA5030R. И все, выключатель. Так, давай пока посмотрим, что у нас с этими щетками. Ну, давай закажем новые щетки, еще нагрузку. Что нам жалко? Давай механику посмотрим. Она нас уже заказывает. Еще надо ключик заказать. А то его нам не прислали. Ну, тут вообще красиво все выглядит. Ну, минимальный люфт есть. Но я думаю, мы его не почувствуем. Подшипник отлично себя чувствует. Ничего не будем делать. Менять маску. Не знаю. Для домашнего использования, я думаю, вообще не стоит. Так, как ты там был прикручен? Вот так. Вот. Скручиваем тебя обратно. Так, какую детальку нам надо, мы сейчас покажем на видео. Сколько она стоит. Ну и когда у нас придет к нам, то продолжим видео делать.
подтянем, чтобы уже сюда не лазить. Все, оставляем так лежать. И до скорого. Продолжаем ремонт. Мы заказали детальки. Теперь они пришли, и мы сейчас будем их встраивать. Так. Вот немножко до ума так немножко доведем. Давай сначала лучше починим, потом будем всей этой ерундой заниматься. Да, Джонни. Так. Вот пакет. Раскрываем. Что мы тут заказали? Итак. Это оригинальный ключик. Блин, нехилый такой ключик. Нифига себе. Окей. Не то, что китайский. Ой-ой-ой, какой он толстый. Так. Остальную мусорку. Потом щетки оригинальные. Блин, кто же их так запаковывает, а? Так. И выключатель. Надеюсь, все подойдет и правильное. Вроде работает. Так. Смотрим, как это все будет делаться. Так, все детальки надо еще найти обратно. Дальше, да? Так, ну, пожалуйста. Это старая штучка, это мы ее заберем, винтик. И еще нужно один найти. Еще один. И вот еще один винтик. Мы его тоже заберем. Так, вспоминаем. Как-то вот так вот. Или наоборот. Так и так. Как-то конденсатор, да, тут еще. Пока что попробуем на старых щеточках. Чуть не хочется так пальчиками это все делать. Так, сейчас посмотрим, как оно раньше было, и соберем до конца. Так, инструкцию посмотрели, как-то оно там было. Так, сейчас мы его как-нибудь и засунем. Ну, точно вот так вот как-то было. Как же ты был-то хоть, а? Давай еще раз посмотрим. В общем, все правильно укладываем, и тогда оно все хорошо становится. На видеоразборке оно там все видно, как оно было. Так, конденсатор где-то тут стоял. Да, наоборот. Ну, так вот проводки не будут никому мешать. В принципе, можно сейчас попробовать его включить. Страшно. Но сейчас посмотрим. Главное, пальцы никуда не сувать. Итак, поехали. Отлично. Работает. Давайте, раз мы уже этим занялись, поменяем щетки, да? Только их надо найти сначала. Куда они теперь делись? Улетели. Так, из розетки вытащили. На щетки. Поднимаем и так в стороночку. И тут я тоже так вытаскиваем. Так,
Смотрим. Блин, щетки почти как новые. Чистим их. И канавки. И, наверное, вставляем обратно. Так, теперь собираем. Проводки укладываем, чтобы они нигде не мешали. Так, винтик. Где же теперь последний винтик? Опять надо искать сюда. Так, нашелся винтик. Собираем, как оно и было. Вот. Так, проверяем, все затянуто. Так, с этой штукой разобрались. Просто почистим немножко. Остальные детальки. Чистенько. Так, это может и перебор уже, но... Говорят, настоящие макиты, не подделки. Такой угол широкий. Но... Да, подходит. Так, пойдет. Собираем туда. Так, как там собирать? Угу. Так. Потом вот это. А какой-то диск подцепим сюда. Не знаю, шлифовочный. Жало просто так. Так, зажимаем. Смотрим, как он работает. Так, как бы так нормально снять его. Ага. Фигня. Так быть не должно. Давайте разбираться. Наоборот его прижимать, потому что. Ну да. Так, мы тут ничего шлифовать сильно не будем. Просто соберем и отложим в сторонку до лучших времен. До нужды, так сказать. Проверяем. Блин, а хочется что-то поломать, да? Давай стол попробуем. Все равно рабочий стол. Отлично. Все. Оставляем. Как только понадобится, используем. Так, эксперимент был вообще-то другой. За сколько получится купить такую болгарочку и починить ее? Купили мы ее за... Сколько? 15 евро, да, там примерно, сейчас покажем. Кинули еще в запасные части 20 с чем-то. Получается, обошлась нам она в 40 с копейками. То вроде как бы немножко сэкономили и приобрели более-менее хороший прибор. Но я думаю, вряд ли его получится продать.
как бы ушный, поэтому оставим себе. Вещь интересная и самое главное полезная. Но работает классно. Мощности, я думаю, хватает. Не то, что мои игрушки. Все. Эксперимент окончен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Вопросы? Все в комментариях. Всем счастливо. Пока-пока.